Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Zombie Walking 2. И теперь мы сначала зайдем в мой домик и посмотрим, что здесь накрафтилось. Накрафтились у нас патроны 9 мм обычные. И бинтики. Три бинта берем и отправляемся. У меня есть задание, сейчас посмотрим. Ага, денежки у меня есть, хорошо, забираем. И бензинчик. Бензинчик мне пока не нужен. У меня есть задание. Так, нету. Вот, воспоминания ракеты. Идем туда. А, ящик из космоса. Избежать, встретиться. Ну, давай встретимся. Ага. У нас есть такой вот ящик. О, нифига себе. Сложно будет сейчас. Ну что ж, попробуем. Есть. Есть. И последнее. Есть. Отлично. Доступ разрешен. И что у нас там? 2000 серебряных монет было. Вау. Нео написано. Это очень хорошо. Посмотрим. Ничего тут не лежит интересного еще. Сейчас быстренько пробежимся здесь по кустам, посмотрим, может быть, вдруг что-нибудь еще интересное здесь оставили. Но, скорее всего, нет. Ничего тут интересного пока нет. Ладненько, идем дальше. А, ну что ж, продолжаем идти. Ага, ракетные воспоминания, будет жарко. О, ты че, куда ты побежал? Давай, давай. Вот так, готово. А, зачистите район от зомби, я считаю, да? От зомбаков. И у меня есть друг. Дружбан. Опачки, смотри, что я нашел. А, нашел я сейф. И я быстренько сейчас его открою. Ага. Сейчас, секунду, подожди. Есть. Есть. Хорошо. И еще все готово. 640 серебряных монет. Так, слушай, подожди, давай я тебе помогу. Эй! Да ты бы там не стоял бы. Что ты их мочишь-то? Да ты чё стоишь? Ты бы отошел бы от них, дружище. Дружище. А, сядьте и выслушайте историю Чака. Зачистите район. Еще одна у нас бригада. Подходим сюда и зачищаем. Защищаем. Зачищаем. Видишь, надо его защищать как-то. Так, а ну, подожди, собака. Нафиг. Пошла вон. Ё-моё. Так, пёска, иди нафиг отсюда. Иди лесом. Придется патрончики мне потратить. Потому что этот чувак, он странный. А в смысле странный, потому что... О, собаки. Все, давай, готово. А что он странный? Почему он странный? Да потому что... Потому что он не убегает. Не убегает от зомбаков. Есть. Готово. Попал. Все отлично. А зомби атакуют. Две волны будут. Вот у нас зомбаки. Так, вот стреляющий нехороший дядечка. О, нет. Да, он тебя сейчас завалит. Ты что творишь, алё? Да не стой ты рядом, а, гад.
Да перезаряжайся быстрее. Ё-моё. Придется много, блин, из этого напарника Чака, дурачка. Дурачка. Мне приходится много выкидывать ракетик, самых ракетик. А, давай-ка присядем. Я поведу тебе, почему ракета меня так ненавидит. Давай. 5 лет назад. Зомбаки ходят. Что? Опа! Есть один. Готов. Второй. Смотри, с первого выстрела их гасит. Ржет и стреляет, смотри, в них. Со снайперки. Нормально? Нормально. У тебя совсем мозги переклинило? Вообще-то у нас тут важная работа, забыл? Ты привлечешь зомби со всего города. Я убью все, что привлеку, так что не вижу проблемы. Прекрати сейчас же. Ни за что. Опа, пощечину. И упал. А, он его еще приковал наручниками, смотри. Не валяй дурака, я достану машину и мы свалим отсюда. На машине он подъехал, дальше что? Зомбаки идут. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А зомбаков-то много. И что ты будешь делать? Их слишком много, я за тобой вернусь, клянусь. О, в смысле? Я за тобой вернусь. И уехал его в наручниках. Офигеть. 2 часа спустя. О, зомбак какой-то идет. А ну. А как он сюда залез, зомбак? Да это, наверное, твой друг был. Проклятье. Руку отрезал себе. Миссия завершена. Воспоминание ракеты. Офигеть. Офигеть, какое воспоминание было. Я просто в шоке. Ну, я бы тебя тоже ненавидел бы за такое. Взять и оставить своего друга-напарника. И тому пришлось руку себе отрезать. Это, блин, жесть, конечно. Сейчас посмотрим, есть ли здесь что-то интересное. Здесь интересного, скорее всего, ничего и не будет. Ладненько. Возвращаемся тогда в город. А ну, дверь не открывается здесь? Нет, закрыто. Все, ладно, вернемся в город. А, день снайпера. Давай день снайпера пройдем быстренько здесь. Пока мы здесь в аэропорту. Не знаю, пройдем, не пройдем, но попробуем. Где еще у нас? А, вот, смотри, идут. Есть. О, мне нравится, что с одного выстрела они гасятся. И вот здесь, чуваки. А, я сейчас не делаю так. О! Готово. А, вот, смотри, еще. Ё-моё. Патрончики. Гранатка. Есть. Вторая зомби. Вторые зомбаки идут. Где еще? Вот еще идут. Вот вторые идут. Ё-моё, промахнулся. Готово. О, вот эти главное убить, они очень сильные. Так, мамашки. Так, готовы. Витаминчики получил, хорошо. Улучшены патроны, кусок кожи.
Энергетик. Надо вот в кучки их стрелять, пока вот их кучкой стоит здесь. Ой, промахнулся, прости. О, сколько вас там много, а? Сейчас мы вас зачистим. А, промахнулся. Все, готово. А, нифига, готово, конечно. Так, этих подчистил. Осталось вот этих вот подчистить. Есть. Готово. Миссия завершена. Отличненько. Возвращаемся домой. Все, теперь можно возвращаться домой. Идем в центр. Угу. И отправляемся к Чаку. А что, у него Чака реально руки нету? А, нет, подожди. А в смысле у него... Как он отрезал? Рука-то у него нормально все с рукой. Алло. Пёска! Сейчас с тобой поговорим, подожди. Чак. Да, денежку получил. А, то есть, надеюсь, ты понимаешь, что мы должны его остановить. А, ты должен любой ценой помешать доставить это оружие. Помешать доставке. И пёске надо было еще там пёска хотела, чтобы я ей подарил или что-то дал. Так, это мы продаем. Ага. Ага. Это мы в сундук положим. Подожди. А что у тебя по предложению? АК-47, калаш, 18. Так, пока не хватает денег. Пока денег не хватает, друг. Очки умений и бензин. Так, собираем. Очки умений. Ага. И сейчас умения мы... 8 бесплатных очков. Я думаю, знаешь, куда мы их потратили? Мы тогда потратили на торговлю. Но путешественник, что это такое, значит? Увеличивает шансы избежать случайной встречи. Это мне не надо. Целительство мы тогда увеличивали, да? Ну вот смотри, я хотел бы здоровье увеличить и, наверное, огнестрелочку. Здоровье мы сделаем 65. Ага. И огнестрелку увеличим урон. Вот так. Вот так, отлично. Огнестрелочку мы увеличили урон. Хорошо. Прям хорошо мы все сделали. Бензин у нас дофига. И кассу сейчас подойдем, посмотрим, что у него там за задание-то выполнил день ракет. Ага, в этой зоне недостаточно места для выполнения миссий. А эту мы получили. День ракет тоже нет, не хочет мне получать. День снайпера мы приобретем еще раз. И охота на зомби у нас еще осталась. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня будем заканчивать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.